Итак, друзья, мы в городе Оренбург. Это Official Johnny Style. И будем сейчас заселяться в гостиницу Оренбург. Вот она здесь вот справа. Непосредственно напротив гостиницы есть Hilton, но там вот она вдалеке. Но почему-то я выбрал гостиницу Оренбург. Итак, посмотрим, что это такое. Одна ночь в Оренбурге, в гостинице Оренбург. Вперед! Итак, как мы видим, здесь есть вот частная пивоварня и магазин «Пятерочка». Так что соседство прекрасное. Вот небольшая панорама города. Потихонечку идем. И будем сейчас заселяться в гостиницу «Оренбург». Вот она уже здесь. Сейчас я немножко помолчу, посмотрите на город. Итак, вот мы уже видим. Гостиница «Оренбург». 3 звезды. Здесь вот напротив входа такая вот парковка. Наверное, она бесплатная. Ну, все, вот сюда мы будем заходить. Вперед. Заходим. Есть, оказывается, ресторан. 3 звезды. Гостиница. Ну, все как должно быть. Так, мы внутри. Вот, небольшой ресепшн. Здесь ресторан. Вот, небольшой ресепшн. И мы пойдем в свой номер. Мы уже все оформили. Потихонечку поднимаемся. Итак, вот здесь можно было подняться на лифте, но так как я живу на 2-м этаже, можно воспользоваться лестницей. Появляется возможность, такая вот рекреация, такие вот дела. Вот какие-то тут украшения. Герб, наверное, Оренбурга. Небольшой фонтанчик, который, правда, не работает. Такие вот инсталляции. Что это у нас? Разгром белоказаков. Казачий разъезд у водопоя. И гауптвахта в городе Оренбург. Ну, такой вот лифт, соответственно. Ну, пойдемте смотреть, что у нас будет. Так. 2-й этаж, номер 212. Такие вот штуки тут есть интересные. Так, вот потихонечку идем и снимаем. Так, надо подготовиться. Вот опять-таки, это, видимо, известные люди, которые были когда-то в Оренбурге. Хоп, 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 хоп. Итак, идем, идем. Вот опять же, кто это? Емельян Пугачев. Тоже какая-то вот рекреация. Комната 210, комната 209. Вот они, Ахмед Бой Хусаинов и Тарас Шевченко. Кстати говоря, Тарас Шевченко отбывал в Оренбурге ссылку. Итак, вот он наш номер, 212. Вот, собственно говоря, ключ. Теперь мы прикладываем. Вот так. Все. И мы внутри. Для того, чтобы включить свет, ничего не надо никуда вставлять. Просто нажимаем, все, везде включаем свет. Так, собственно говоря, мы находимся в номере 212, гостиница «Оренбург». Сразу по правую сторону стоит большой шкаф и дверь в санузел. А на левую сторону небольшая комната. То есть вот эта вот зона рабочая. Здесь есть часы. Есть вот такая вот
Небольшой шкафчик стеклянный. Тут есть вода, чайник, чай, стакан. Ну, такие вот веселенькие обои. Телевизор. На удивление, есть кондиционер. Есть кресло, тумбочка прикроватная одна, полуторная кровать, небольшие у нас картинки. И вот такой вот у нас вид из окна. Вид из окна во двор со второго этажа. Вот давайте посмотрим. Ну, окна немножко грязные, но ничего страшного. Так что вот так. Ну и теперь самое главное. Вот у нас небольшой такой вид, комната, да. Ну и теперь самое главное, это комната принцесс и принцев. Так что, опять-таки, чтобы там оказаться, надо включить свет. Итого мы видим, во-первых, это ванна. Во-вторых, туалет. В-третьих, сейчас лето, можно постирать, что-то высохнет. А ванна, опять-таки, вот с такими вот ставками, все красиво. Душ есть, раковина, соответственно, здесь у нас принадлежности, есть неожиданно, есть фен. Собственно говоря, что в первом приближении мы не нашли? Мы не нашли холодильник, но если покопаться, то он есть, он есть в шкафу, шкаф большой, холодильник есть в шкафу. То есть его можно использовать. Вторая половинка. Здесь как бы вот для одежды, верхней одежды. Такая вот история. Сегодня у нас 20... Такой еще раз панорама. Сегодня у нас 27 августа 2019 года. Гостиница Оренбург, номер одноместный, вроде как комфорт, стоимость номера 3700 рублей с завтраком и ужином. Итого, одна ночь в Оренбурге. Все, давайте, сейчас буду располагаться в этом прекрасном номере. Ну, а завтрак, как обычно, 100-рублевый хит. Квест-игрушка 100-рублевочка. Доброе утро! Сегодня 28 августа, это второй день в Оренбурге. Сейчас по местному времени... Сколько по местному времени? Сейчас по местному времени 8:23. И как обычно, на второй день мы сейчас сделаем супер-мега-крутую закладку из 50 рублей в комнате номер 212 в гостинице Оренбург. Итак, давайте начнем. Привет из Оренбурга от Official Johnny Style. 100-рублевочка, мать ее за ногу. Итак, у нас уже все подготовлено. Вот она, наша 50-рублевочка, привет из Оренбурга. Вот у нас гостиница Оренбург. Кстати, вот она находится, город Оренбург, улица маршала ГК Жукова, дом 30. Итак, что мы сейчас сделаем? Мы ее сгробастаем. Вот такая вот у нас небольшая панорама комната. То есть вот здесь Official Johnny стоял, почивал. Такая. И мы сделаем сейчас очень просто. Это все будет положено вот именно прям под вот эту вот картину. Картина, соответственно, их две вот сюда. Вот такие вот дела. Хоп. И вот так вот все. Закладочку мы сделали, вроде ничего не напортили. Итак, как получить еще... это я! Как получить еще 50 рублей? Заселись в номер 212 гостиницы Оренбург. Сфотографируйся с моей закладочкой, пришли на канал, и, собственно говоря, 50 рублей ты еще получишь. Итого получается 50 плюс 50 100,
А вот я вам тут небольшую панораму показываю. Вот мои штаны висят. Такие вот дела. А так, засим все. Поснимаем еще Оренбург. Это будет отдельное видео про Оренбург. А так, собственно говоря, ребята, всем спасибо, что вы смотрите. Ставьте лайк, делитесь в соцсетях этим видео, ставьте комментарии. И до новых встреч. Продолжение обязательно будет. Все. На этом все. Пока. Official Johnny Style. Один день в Оренбурге.